Члены Общественной палаты Лабинского района активно принимают участие в выборах президента. Практически на всех избирательных участках находятся наблюдатели от Общественной палаты Краснодарского края. Наши члены Общественной палаты Лабинского района присутствуют также на многих избирательных участках. Мы находимся сейчас на одном из удаленных избирательных участков в горной станице Чернореченской Лабинского района, где в настоящее время проходят выборы. Население станицы идет на выборы активно. Нарушений и каких-то провокационных действий на участках практически нет.